Йоу, всем привет, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и мы продолжаем проходить Stello. Значит, это у нас платформер, и он повествует нам про какую-то девушку. Пока, короче, ничего не понятно. В прошлой серии мы, в общем, бежали по горящему лесу, нас обстреливали из стрелами горящими, и, в общем-то, мы упали в дыму куда-то в яму, и нас подобрал какой-то шаман с какой-то светящейся синей хуйней. Типа как сфера. И еще вот здесь дверка, которая в момент, когда мы в сознание пришли, закрылась. Сверху так. Давайте тогда что будем думать, что за тут хрень? Так, есть действие. Действие, так, окей. Управление простое, напомню. Три кнопки, четыре. А, все, я вкурил. Ни хрена она, баба Рэмбо. Каменную, типа, вот такую штуку она может двигать? Если она эту может двигать, что она в прошлой серии тогда убегала от всяких ебак? Она же могла их разнести тогда. Просто... Просто вот так схватить за горло и... О, все, я понял. Пол. Пол это лава, да? Или подожди, они съебутся. Нет, пол это лава, падать нельзя. А как я тогда попаду в ту комнату, в соседнюю? Бля, хотел бы я такую, знаете, хватку, чтобы, короче... Что делать-то? О, сказал я. Так, они съебались. Хотел бы я, короче, такую хватку, знаете, вот так, чтобы просто человека вот так схватить просто и поднять. Просто сдавить, чтобы у меня, короче, несколько тонн было. Знаете, как гидравлический пресс. Вот это было бы охереть. Человек не понравился, просто подошел, ему челюсть раздавил. Все. Или руку ему просто сдавил настолько, что просто пиздярики. Чё такое? Я думал, управлять сейчас надо будет. Оно, знаете, что еще я понял, напоминает мне? Оно напоминает мне Джорни. Вообще прикольная игрушенца. Тоже такая какая-то история без единого слова, и ты прямо просто играешь в нее и как бы вникаешь просто в происходящее. Прикольно. Здесь тоже чем-то напоминает Джорни. А еще капельку напоминает мне Below. Капельку вообще совсем. Тоже мрачность. Ну, особенно вот это вот сейчас, где я нахожусь, напоминает мне вот этой мрачностью. Тут почему-то механика замешана именно на двигании вот всего и вся вот этого. А ну-ка, давай, скинуть надо. Нифига себе. Там кто-то пятками шуршит. Вот справа. В правом ухе у меня. Но мы почему-то идем налево. И причем комната закрылась тоже справа. Сохраняшка. Это что такое? Что за комната? Тормози. О, божечки мои, стой, пиздари. Так, я понял. Я активировал, видимо. Или что? Что? Вот эту хуйню надо двигать, да? Или оно автоматом? Так, я понял. Я все понял.
Я активировал вот это вот, значит. Сейчас я вот это нажимаю и бегу. Все, окей, я понял. Это что? Это как бы нам демонстрацию показали. Дальше их дохуища будет. О, все понятно. Тут гадалки не ходи. Что сейчас будет? Залазь! Залазь! Это как это? Подожди. Я правильно сделал? Неправильно. Или не успел, наверное, сделать, да? Ага, вот теперь все правильно сделал. Дальше. О, это еще и в ту сторону, блять, тут я точно не успею. А может, успею. А может, и нет. О, еще и баки, блядь, эти вылезли. Костюм у нее не самый подходящий, хочу сказать. В плане цвета. Он бы у нее быстро стал уже черным. Как, знаете, крепкий орешек-то с Брюсом Уиллисом. Он вначале сначала ходит в футболочке в этой маечке беленькой, потом под конец она у него уже черная. Ну-ка. Прикольно. Так, это закончится? Так, это закончится, хорошо. Я понял. Я вас понял. Идите сюда. Все, пиздец вам, букашки. Это то же самое делает? Да, это делает то же самое. Ладно, подождем, пока она прогреется. Она причем не сразу загорается. Надо это учитывать. Камера с перспективой налево. Это, скорее всего, сейчас... Ебаки. О, боже мой. Когда камера, как бы, перспективу выделяет под что-то, это значит плохо. Ну, то есть, как бы, я, допустим, в левой части, и я не отцентрован. Нахуй я это сделал? Я не отцентрован, как сейчас посерединке, а типа в бок, типа смещен, то это означает, что сейчас слева там или справа выбежит, блядь, говно какое-нибудь. Знаете, после Ministry of Broadcast эта игрушинца кажется по управлению просто охуенной. Хотя, как бы, чувствуется, что картонноватая такая, как бы, не совсем такое податливое. Ну, короче, лучше, в разы лучше, чем Ministry. Так, окей. Чё это значит? Чё это значит? Чё это значит? А тут что это значит? Прикольно. Так, хорошо, ну допустим. Как-то я должен был сейчас прыгнуть, типа. Круто как-то. Оттолкнуться, видимо.
Да, вот так вот надо в бок и прыгануть. Да, я так и подумал, просто я не понял, как в управлении это все сделать. А еще это напоминает чем-то Лару Крофт. Только не новую, я в новую один раз, по-моему, играл в какую-то там, одну из новых. Ага, понял. А в последнюю, точнее, в какие-то ранние версии, где там также... Где реально интересно было, тоже бежишь, там что-то кто-то что-то сжимается, разжимается, что-то какие-то пилы, камни за тобой катятся, вообще классно. Ну-ка. Та-та-ра-да. Зажигай. Так, зажгли. Хуякс. А что это такое? Я вот делаю без абсолютнейшего понимания, что это. Тормози, блядь, эй. Вот. И... А, и вот. Сейчас все сделаем, не ссыте. Тормози, эй. Да, блядь. Блядь, да что такое-то? Вот. Нифига себе. Открыл. Чё, мне прыгать? Прыгать? Блядь. Как-то так неоднозначно тут все это, блядь, обозначается. Типа открылось, и чё мне с этим делать-то, блядь? Очень глупо это выглядело. Что мне делать? Подскажи. А, может дернуть рычаг опять? Или что, за мной корабль должен прилететь? Тачка приехать? А, вот, платформа, вижу, ну. А! Хуй разберешь, конечно. Кстати, вот, эта игра хороший пример того, что когда у вас нету сценариста, нету сценария, но есть команда разработчиков, которые могут сделать игру, вот. Вот неплохой пример того, что можно сделать, а не в Ministry of Broadcast. Какие-то непонятные диалоги. Я не знаю, опять же, это мое мнение, подсчет Ministry, может, кому-то понравилась она. Сука, ей мне ни в каком аспекте она не понравилась. Вообще какая-то непонятная абсолютная игрушенция. Вот миленько, все простенько, казуально. Бегаешь, что-то ля-ля-ля, туда-сюда, управление хотя бы приятное. Все понятненько, ничего особо сложного. Все логически можно понять. Сюжета нет, есть что-то какая-то идейка. Ее повествуют вам. Все замечательно. Опять так, что-то начинается. Сейчас оттуда прилетит хуйня какая-то сверху. У-у-у-у! Писюсяндрина! Давай, влупи! Бам! Конечно! А что ж ты мог еще сделать-то? Хлыстом своим. Так, чую, что это сейчас будет все ломаться. Да. Спасибо, а я как раз думал, что же тут надо. Так, пожалуйста, не ломай пока это, пока я не пробегу. Сверху вижу, что-то сейчас упадет. Сейчас упадет сверху что-то.
Так это все упадет, что ли? А почему меня не убило? Я уж думал, все. Здравствуйте. Да, да, да. Засмотрелся на червя. Люди сами себе создают проблемы, кстати. Вы замечали? Любой фильм возьмите. Вот они поехали в какую-то там древнюю хуйню. Разворошили там гнездо каких-то там непонятных аборигенов, блядь, которые начинают их крошить. Или что-то типа того. Либо Индиана Джонс что-то там начинает какой-то грааль, блядь, теребить. Который там... Из-за кубка... Ай, тихо. Задавил. Задавил меня червь. За Индианом Джонсом начинают камни какие-то сыпаться. Либо Лара Крофт. Расхитительница. Гробниц, блядь. То еще какая-нибудь хуйня. То вот эта вот девушка тоже непонятно. Нахуй ты сюда полезла-то? Прилетела откуда-то из будущего. И начинает тут ворошить гробницы. А, я понял, почему меня напоминает Below, эта игрушенция. По саунд-дизайну. Музыка такая какая-то тоже. И что делать? Так, стой, блядь! Все, я понял. Блядь. Чекпоинт можно было бы и поближе. Ну да ладно. Блядь, музыка громкая. Я аж сам себя, блядь, не слышу. Так, он сейчас надломит эту хуйню. Мне нужно добежать до самого верха. Да? Вот до сюда. Потом я съезжаю. Теперь я бегу до самого вот этого верха. И тоже съезжаю. Потом он наклоняет ее уже нормально. И я бегу направо, да? Отлично, спасибо большое. Какой-то червь едет. Ни хрена себе. Опа, здравствуйте. Зима. Та ты шо? И такая чик-чик-чик-чик на позицию прибежала. Так, секунду. Секунду. На позицию прибежала и погнали. Чё ты раненая? Чё ты держишься-то так? Или живот крутит? Так, давайте сходим сюда сначала, я думаю. А я правильно иду? Опа. Не знаю, что это. Но пускай. Секреточка типа такая была, да? Рассчитывается, что я буду сейчас направо бежать. Слева направо. И опять кто-то шуршит пятками справа. И непонятен шаман был. Я думал, что, ну, как бы я к нему сейчас пойду. А шаман просто меня как бы из говна вытащил. Положил на какой-то алтарь. А может, меня хотели в жертву принести? И он пошел за ножом, а я съебалась. Прикольно. Опа, вот это плохо. Вот этот рисунок мне не нравится. Этот рисунок мне, сука, не нравится. И не нравится, что вот там вот какая-то хуйня лезет ко мне. Да, еще подземных ебак мне не хватало как раз. Как раз я вот думаю, такой сижу и думаю, блядь, чего бы мне не хватало? Да, подземных ебак, блядь. Все, уйди. Дрожь земли. Привет.
80-м. Кто знает этот фильм? Дрожь земли? Да, это вот она как раз. Так, ну-ка брысь нахуй отсюда. Ну-ка, а если я возьму это? Кстати, было бы прикольно, как в дрожи земли, если я сейчас использовал бы палки для передвижения. Ну, типа, с камня на камень бы такой. Сучка ты такая, а? То есть мне надо высчитывать, когда он максимально убежит. Давай, вот он налево съебался, и я такой... Все, девочка. Знаете, из уровня в уровень это все очень похоже на одно и то же. Есть какая-то хуйня, от которой я должен каким-то образом скрываться, прятаться, либо что-то, избегать, короче, чего-то я должен. Вот так скажу, обобщу. Вначале это были... Ой, кто там вначале это был? А, эти жучки. От жучков я должен был убегать, потом прятаться от ебак вот этих слендеров голых, солевиков. А сейчас подземные ебаки. Хуя себе она, блядь, скаканула и сразу спустилась. Вот так, да? Я угадал? Опа, что это такое? Пика? Подожди, она красненькая, значит, я что-то могу заюзать ее как-то. Так, подожди-ка, давай-ка мы сходим вот сюда. Так. Все понял. Это типа, если бы я сейчас ее не поставил, так я бы упал вниз. А внизу там пиздец. Я понял. А так вообще даже непонятно, что там опасность какая-то. Так, эта хуйня оборвется, да? Нет? Ладно. Значит, вот эта хуйня сейчас оборвется, да? А, она уже оборвана, все понятно. Кто-то мне в ухо пяткой шуршит. Все шуршит и шуршит, и я все не могу дойти. Кто же это делает? Может, забаговало что? Может быть такое? Ага, так, ебаки. Ползающие ебаки. Они там что, сука, патрулируют, что ли? Походу, да. Так, хорошо, давайте подождем, пока... Максимально отдалится эта хрень от меня. Идите в очко. Нет, 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 нет. Не надо. Не надо, пожалуйста. Так, сюда. Это что, это же... Это не снег же? Это же какая-то деревянная хрень, правильно? Короче, просто что-то делаю. Я не знаю, что я делаю, я просто делаю. Это лифт? А, подождите-ка. Вот это, стопа. Стопа, стопа, подождите-ка. Гонг. Я могу бум сделать в него. По сути, могу. Ну-ка, давай. Их отпугивает это? Прикинь, отпугивает. Ну-ка, давай еще разочек для профилактики. Ёбнем и сразу побежим. О, боже мой. Все сломал к хуям. Так, я их спугнул. А
Ай-ай-ай-ай-ай. Сука, чё вы меня пугаете? Как музыкой шарахнули. Иди нахрен. Хренотень. А ну-ка, сейчас надо в гонг ёбнуть, да? Каким-то образом. Так, они опять скомковались тут. Собрались. Сейчас я уроню его просто, да? Чё надо? Всё, понял. Пережечь надо. Всё, сейчас сделаем. Не вопрос. Надо мне только взять палку. А, вот. Вот она. Стой, блядь. Тихо. 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 Сейчас я вам сделаю бум. Сейчас я на вас гонг этот пиздану. А ну-ка. Отлично. Все, мать, беги, пока они съебались. Бросай и беги. Хотя, я думаю, они... То есть, не заскриптовано. То есть, тут не по таймингу. Тут скорее просто они, типа, это заскриптовано. Убежали и, типа, все, беги дальше. Просто, как иначе-то? Еще раз, как ударить? Еще раз ударить не получится. О, по-моему, душненько, да? Стой! Угу! Нифига ты! Тюлень, блядь! Фу. Как они вообще передвигаются под снегом? Я бы бежать так устал. Она вообще неуставаемая. Стой! Ага. Так, гонг. В него надо ёбнуть. Уронить что-то на него, да? Сейчас сделаем. А куда она бежит-то вообще? Вот непонятно. Ну ты появился такой, как бы... И чё дальше? Типа... Должна быть же цель какая-то? Разве я не прав? Ага, все понятно. Сейчас я вот эту хрень и как раз ее уроню. Подожди, или что это такое? Это я лифт, типа, замутил себе. Так, подожди. Не-не-не-не-не-не-не-нет! Стой! Катушка не крутится. Ничего не понял. Ням-ням-ням-ням. Так, хорошо, допустим. Как-то нужно уронить. Как? Прыгнуть, что ли? О, пизда мне. Еблом в камень. Хорошо. Или что-то взять, может, я пережечь мне надо что-то. Вон оно чё. Вот эту хуйню. Подожди, эту хуйню, это кто это? А это чё я вообще я такой взял-то?
А, я понял. Это, короче, большой-большой факел. А как я его, подожди, зажгу? Ладно, сейчас подумаем. О, стой, блядь, я ж нажал действие, алло. Схватись, пожалуйста, или чё тебе надо-то? Ты прикинь, она не хватает ничего. Схватись, блядь, за него, ёбаный насрать, ты чё? Что-то я не понял, а чё надо-то? Она, прикинь, не хватает за рычаг. Ничего не понял. Так, тут она хватает. Окей. Давай затащим его прям полностью. Или то есть она с факелом что, не поднимет его, что ли, или что? В чем моя проблема-то? Или что-то багануло, может? Вот! А первый раз что было? Чё мы капризничали? А, так это не факел, это просто какая-то кувалда, блядь. Я её сейчас просто стащу и туда впиздану её. Стой, 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 подожди, я сейчас ее уберу. И хоть падай. Падай. Все. Так, ну-ка. Бам! Все. Так, подожди-ка, у меня такое подозрение, что... А, она сломалась, все, я понял. Так, этих... Ебак, мы, значит, спугнули. Теперь спускаемся. Спускаемся. В конце должна какая-то эпичная сцена быть. Ну, так сказать, вот. Сейчас что-то должно быть, по-любому. Просто пейзаж? Или за мной сейчас будет кто-то гнаться? О-о-о, вот оно, вот оно, вот оно. Я об этом и говорил, что что-то должно, блядь, быть. Не может просто так быть в конце, чтобы все гладенько было. Все, нету больше гонгов. А-а-а! Беги, это что такое? Надо добежать, успеть. А-а-а-а-а. Запрыгивай и теперь сюда. Да ёб твою мать, запрыгивай ты уже на эту хуйню. А это что такое? Ах ты. Погнали еще разочек. Окей. Попробуем. Что-то я не так сделал. Она напоминает мне Inside, вот реально. Она также оборачивается, когда какая-то опасность за ней гонится. Так, теперь прыгай. Отлично. Теперь. А подожди, а теперь что? Я теперь хватаю. Стой, пододвигаю. Запрыгиваю. Запрыгиваю. Нет, не запрыгиваю.
А что делать? Подожди, давай отодвинем. Запрыгиваю. Так, уронить, да, надо? Все понятно. Ну, окей. Наверх я никак не попаду, правильно? Или неправильно? Что там? Что-то там такое прямо. Подожди, это что? Это гонг? Нет, это не гонг. А что это за кувалда такая заряженная? Ты видал? На заднем фоне бежит, блядь. Слендер. Зимний Слендер. А это забрать надо? Нет, это я не могу забрать. Опять этот соленоид, сука. Теперь тут закладки ищет. Блять, да что такое-то? Эти наркоманы. Так, секундочку. Вот. Ну-ка, с прыжка я смогу забрать ее? Уя! Нет? Или ее может подтащить сюда надо и забрать? Ладно, давайте просто залезем. Залезем и поглядим. Залезем и поглядим. Так, это плохая идея была. Плохая была идея. Она залазит, а я вот так вот. Нахуй я сюда. Тихо, я прячусь. Так, подожди, оно... Что нужно сделать? Я не могу эту хуйню двигать. А, стой! Так, подождите. Ну-ка, давайте-ка заныкаемся за нее. Вот так. А, ну-ка, теперь двигать могу? Нет, теперь двигать тоже не могу. Я-то думал, я уже убежал от этих ебак. А оно, оказывается, вон чё. Что, ни хрена я не убежал. Опять они там молятся. Подожди, они молятся. Там, смотрите, нарисовано, что типа на тотеме ебака колдует над телами умерших людей или собратьев. Чё-то непонятно мне. А ты кто? А, тебя надо выпустить, чтобы ты сожрал этих всех. Да, тюленчика. Тюленчика надо выпустить. Я сейчас выпущу тюленчика, и он будет моим другом. Вон какой-то рычажок. Айда, айда, мы сейчас его дернем. Не понял ничего. А, все, я вкурил. Надо поднять и бросить, чтобы оно разломалось. Все, я понял. Прыгай. Прыгай, прыгай. Тюленчик. Не обессудь. Но так надо. Тут без вариантов. Сейчас я выпущу тебя, не ссы. И босиком не холодно, интересно так ходить. Давай, все, до свидули. Бам! Все, пизда тебе, Слендер. Слендер обгадился тут же.
Да, все, все, все. Приятного аппетита. Я могу идти. Тюленчика выпустили. Покормили тюленчика. Приручили его. Да не хуюшки, мне кажется. Приручишь такую тварь, блин. Сейчас она меня еще сожрет. Тюленчик, я тебя покормил. Это животное, оно даже не понимает, кто его покормил, кто его, ну, в смысле, кто его выпустил. Уйди! Конечно, и меня бы сейчас еще сожрал. О, божечки мои. Мясницкая хрень. Так, окей, что мне с этим делать? А это я делаю для чего? А это я делаю, видать, для того, потому что если я побегу по решетке, наверное, что-то произойдет. Типа меня кто-то схватит, может? Что происходит? И чё? Слушай, девочку! А чё я не так сделал-то? Я чё не так сделал? Подожди, ну-ка дай-ка я без вот этой висюльки пробегу вот так. Лам-пам-пам-пам-пам. Так, хорошо. То есть решетка. С решеткой что-то надо сделать. Эту хуйню я поднимаю, выбегает ебака. Решетка. Так, понятно. Сюда я чего двигаю? Тут она все, а тут она. Хорошо. Тут я повис. Че не так делаю? А, все, все, все. Я вкурил. Я все вкурил. Я все вкурил. Я понял, что надо, короче. Я прячусь за мясом, короче. То есть я сейчас повисну. Сейчас эта хуйня такая. Рэк. Все, я обсираюсь, забегаю вот сюда. И прыгаю, и висну. И она такая, что происходит? Пробегает. Что это было? Как ты меня спалил-то вообще? Так, все, это ебака, значит. Вообще не беспалевная. Все, пошла ты нахуй. Беги, беги, зачем ты на корточках-то, блядь? Кого они разделывают, блядь? Кто это такие вообще? Стой. А. О. Подожди, а нафиг я это сдвинул? Ладно. Ну-ка. Ага, все правильно я сделал. Я сделал все правильно. О, опять закладчик этот сраный. Нарк. Уже высматривает просто, уже, блядь. Просто уже смотрит в землю. Так, это что у нас? Это двигается, хорошо. Ага, это двигается. Так, давайте пододвинем. Сохраняшку видел? Сейчас что-то будет, да? Мясо. Новый тотем.
Что-то непонятное. Там два зверя смотрят в разные стороны, что-то типа того. Так, тюлень. Закрытый тюлень и стоит ебака вот это. Хорошо, сейчас тюленчика мы нахуй отпустим. До свидания. А, мы его передвинули. Передвинули, чтобы что? Чтобы на него залезть. А, подожди, мы не так сделали. Вот так сделаем. О, эта хуйня лезет ко мне. Эта хуйня лезет ко мне. Смотри, запрыгивай, да? Все, до свидания. Все, тюленчик, сорян. Я бы тебя спас, но ты меня сожрешь. Ты что же тупорылый, как и эти, блядь. Крюк на переднем плане. Очень такой прямо. Так, там обозначили ебак этих. Тюленях. Тюлени ебаки. Слендерменские ебаки. А, ну вот я же говорил, крюк очень такой. Давай-ка мы делаем вот так вот. Делаем так. Нет, не угадал. Делаем вот так. Все, я понял. Теперь делаем вот так. Забираем. Что надо сделать? Повернуть его, что ли? Что случилось? Поднять нужно? Еще надо поднять. Надо его бахнуть просто. Ну-ка. Хуй. В другую сторону. Еще раз. Бум. Так, все, одного раза достаточно. Чтобы эти хуйни убежали. Не совсем понятно, это вот это, типа, место жительства вот этих вот черных, типа, кладменов, или как их называть-то? Прошу прощения. А, подожди, нет, не прошу прощения. Ты пошел по мою душу, я понял. И он такой стоит. Нихуя, типа. Упало что-то. Ага, заныкаться вот сюда можно. Ага. И теперь, типа, вот так. И вот так. Да, заебись, ты прыгнула. А не, смотри-ка, сохранился. Хорошо. Тоже чекпоинты расставлены непонятно как-то. То прямо очень долго нужно идти куда-то, где-то тупо-то просто упал. То прямо в нужном месте чекпоинт. О, бедная ебака черная. Чё у тебя там? Кубик Рубика сломал. Блядь, а чё это? Надо типа вообще... Тихо-тихо, наверное, да, идти? Чё, я думаю, давайте на этом остановимся. В следующем, в следующей серии посмотрим, что там ебака делает. И кубика Рубика вот это вот посмотрим. Короче, будем дальше проходить. А пока что, если понравился выпуск, тогда жми лайк, комментируй, подписывайся на канал и делись роликом с братюнями. Также тыкай колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ссылка на плейлист социальной сети и Дискорд, как обычно, в описании под роликом. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!